Войсковый отряд имени Анатолия Калинина объединяет более 15 энтузиастов и патриотов трех районов – Семикаракорского, Константиновского и Уздонецкого. Основной деятельностью отряда является обнаружение и предохранение неучтенных могил воинов и офицеров Советской Красной Армии, архивные работы по выковечиванию их имен, работа над книгой памяти районов, над книгой памятью погибших на территории района и их увековечивание. В частности, за 5 лет в Висловском, Кузнецовском и в Топилинских сельских поселениях установлены новые мемориальные плиты с именами. В марте 43-го года на этой территории дислоцировался 143-й передвижно-подвижной госпиталь 2-й гвардейской армии. В результате архивной работы поисковым отрядом были выявлены, помимо ранее учтенных, дополнительно еще более 50 фамилий. В результате проведенной этой архивной работы вместе с военкоматом дополнительной проверки изготовлены вместе с местной администрацией городской новые плиты с именами героев, которые погибли, защищая нашу Родину.